За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником, Днем ветеринарного работника, благодарственными письмами и почетными грамотами администрации муниципального района Сергиевский на днях награждены сотрудники структурного подразделения Сергиевская станция по борьбе с болезнями животных ГБУ Самарской области «Самарское ветеринарное объединение». Работа очень серьезная, вы как раз на страже. Берегите свое здоровье и берегите жизни животных. Спасибо вам большое. В ветеринарии работаю с 2005 года. Ни раз не пожалела за все года. Начинала с Поволжского, потом в Сызрани в хозяйстве работала. Ну, самое главное, чтобы и студенты приходили, и желание было не просто отсиживаться, а работать. И будет все хорошо. В районной ветеринарной службе трудится 18 квалифицированных специалистов, 8 из которых – врачи. Более 30% коллектива – это перспективная молодежь. Под их присмотром в районе находится более 3700 голов крупного рогатого скота, 5700 голов мелкого рогатого скота и более 17 тысяч домашних птиц. Все они проходят ежегодные плановые ветеринарно-профилактические мероприятия и диагностические исследования. А за прошлый год почти 8 тысяч различных исследований проведено данной службой на рынках.